Недавно Анастасия Волочкова объявила о том, что вновь счастлива в отношениях. В своем инстаграм экс-балерина показала нового возлюбленного. Им стал 38-летний Владимир. Теперь же балерина похвасталась неожиданной наградой. Получила орден великой княгини Елизаветы Романовой и благодарность за благотворительную деятельность. Спасибо матушке Ефросинии за приглашение. Это был званый гала-ужин, посвященный созданию дома для слепоглухих детей. Ведущей вечера была непревзойденная Анна Николаевна Шатилова, написала Волочкова в своем инстаграм.